Борисе, продовжуючи цю тему, яку підняла Лариса, дивіться, 110-100 люди не завжди розуміють, де є надлишкова вага, так, де є жир, а де є вода. І коли ми бачимо ці там 110-100, ми починаємо там чи то займатися максимально, чи не їсти, голодувати, чи пити багато води, чи не пити тієї води, відбувається схуднення, безумовно. Тобто ми виходимо на ту вагу, яка начебто вважається нормою. Але це не є правильно, тому Конечно. Що за допомогою таких жорстоких методик ми втрачаємо це здоров'я, а не набуваємо його. Так? Як пояснити, як це робити правильно? Ну, смотрите, когда человек набрал какой-то вес, и пытается его сбросить как? То есть ограничил себя резко в еде, ограничил себя в количестве приема пищи, и самое опасное, ограничивает себя резко в жирах. Стремятся полностью их исключить. Вот тут ошибка основная. Второй момент, резко ограничивает количество жидкости. Потому что за счет калорийности пищи можно худеть, ну, безопасно 2-3-4 килограмма в месяц. Вот это безопасное, когда мы правильно откорректировали питание, человек постепенно начинает терять. За счет воды можно похудеть, но самое экстремальное лечение ожирения, ну в кавычках, это заболевание холерой. 15 литров воды в сутки, через 5, трое, четверо, пятеро суток, несовместимые с жизнью изменения. Но человек похудел. Угу. То есть вот так нельзя. То есть ограничивать себя в воде ни в коем случае нельзя. Как только человек высыхает, это большинство диет вот таких быстрых, 2-3 недели потеряли 8, 10, 15 килограмм, кто сколько вам сказал. То результат есть. Да, человек высох, но он при этом... ограничив себя в еде, организм начинает тормозить обмен веществ, он начинает экономить, он сидит на голоде, он не будет активно работать. 2-3 дня на такой диете обмен веществ упал. Вопрос в чем? Когда человек выходит с этой диеты, он себя держал за горло, вот так вот он смотрел на все, как все едят, а он ничего не может себе позволить. У него упал обмен веществ, он высох. Что происходит? Люди набирают вес еще быстрее и больше исходного. Почему? Потому что губка, мы ее сжали, сколько могли держали, потом отпустили. Она влагу набрала из той пищи, которую человек опять привык есть. Раньше. Больше того, обмен веществ, почему с запасом идет? Обмен веществ затормозил, и раньше человек съедал, ну, условно, булочку, набирал от нее 2 грамма, а теперь он съедает булочку, набирает 20. Он очень быстро набирает избыточный вес. И вот тут все люди, ну, почему они, скажем так, не верят в диеты? Потому что они все ведутся на быстрые диеты, а потом, получая негативный результат, говорят, нет, это тоже не будет работать. Правильное питание, ко мне приходят люди, кто-то говорит, хочу снизить вес, кто-то молчит, уже там попробовал разные, а потом звонит, вы знаете, как-то так вот, ну, порегулировал питание, вес почему-то снижается сам, я ничего больше не делаю, не экстремалю. Почему? Потому что правильное питание при снижении веса, нужно не бить пищеваритную систему, не нарушать усвоение пищи, а наоборот улучшать. Вот когда мы улучшим переваривание белков, белки разогревают обмен веществ, и человек молодеет. Молодеет его биохимический возраст. И для того, чтобы белки могли дать безопасно, тут второе, что мы делаем. Не ограничиваем жидкость, а жидкость соответствует количеству белков. Физиологи посчитали. 1 грамм белка, 42 миллилитра жидкости на выведение той грязи, которая при этом образовалась. То есть человек съедает 200 грамм мяса взял. 100 грамм мяса возьмем. 100 грамм мяса, примерно 20 грамм белка в среднем, если это не жирное. Или рыба, или птица. Вот на вот это, чтобы вывести белковые токсины, почти литр воды. Но не в виде воды. Потому что если мы мясо и воду, вода нарушает переваривание белка, жидкость. То есть Восток нам говорит, аперитив, нет аппетита, разогрей его, возьми кислый сок, брось его в желудок. Сок раздразнил желудок, пошел желудочный сок. Швыряя следом мясо, переварил. Ты дал воду, жидкость для того, чтобы вывести белковые токсины. Вот, и бросил мясо, которое греет обмен веществ, которое омолаживает этот организм. И все, и тогда все правильно. Больше того, если взять, опять-таки, восточную медицину, меридиан желудка активен с 7 до 9 утра. То есть на рассвете. Поджелудочная активна сразу после него с 9 до 11. Потом дальше меридиан сердца и меридиан тонкого кишечника. 8 часов на переваривание белковой пищи с утра. После них включается меридиан мочевого пузыря и почек, который выводит белковые токсины. И после них включается меридиан тройного обогревателя и перикарда. То есть головной и спиной мозг – цель нашей еды. Цель еды – не побаловать желудок, не побаловать, ну, язык побаловать, допустим, да, мозг при этом хорошо активируется. Цель – обеспечить работу мозга полезными веществами. А у нас получается с 7 вечера
Желудок с утра был в максимуме, вечером он в минимуме. Угу. Мы приходим с работы и что начинаем кушать? Мясо, картофель. Желудок на нем, пищеварительная система спит, а мы туда грузим еду. Потом есть такое хорошее правило, нам наши предки сказали, полежи после еды, чтобы жирок завязался. Что мы едим? После легли себе, телевизор полулежа или лежа, накопили утром, проверили, кто сантиметром, кто на стрелке весов, завязался. Что мы делаем дальше? Утром у нас сгнивший ужин, потому что белковая пища не переваривается в крови, кушать не хочется, максимум чашка чая, кофе, днем что-то там еще перекусили, к вечеру аппетит разыгрался, так. Мы повторили все то же самое. И вечер снова атака. Лариса, надлишкова вага взимку – це є норма чи ні? Тому що ваші колеги, лікарі, дехто кажуть про те, що взимку – це нормально, коли людина трішечки набирає ваги. От і не надлишкова, лишній вес, а іменно чуть-чуть набирає. Где-нибудь в районі для середньостатистичної дівчинки, ну, от такої стройної, як ви, це кілограм-півтора на зиму, який совершенно спокійно уходить потім весною, коли приходить зелень, ягоди. А вот для мужчины это может быть 2-2,5 килограмма, потому что у них все же больше мышечная масса. И вот это как раз является безопасным, но это не является лишним весом. Это может быть колебание в пределах вот той широкой нормы, о которой мы уже поговорили. Поэтому, да, безусловно, на зиму мы вес чуть-чуть набираем, и это нормально. Потом он совершенно естественно сам, без всяких наших усилий, если... Мы ведем здоровый образ жизни, то без всяких усилий. А здоровый образ жизни – это и правильное питание, и достаточная физическая активность, и обязательно завтрак, вот то, о чем мы только что поговорили. Вот если в таких ситуациях находится наш организм, в таких условиях для него очень приятных, он избавится, а может быть, как бонус еще даже от двух, а не от полутора, которые он набрал, потому что ему... Он всегда действует в направлении, как ему легче, как лучше наш организм. Он мудрее, чем мы на самом деле. Потому что если бы он выбирал, он бы никогда в жизни не стал есть вечером. Никогда. Не стал бы злоупотреблять, между прочим, легкими углеводами, там, сладостями, конфетками. Он бы, наоборот, выбрал овощи и цельнозерновые каши. Но, к сожалению, решаем мы ментально, а организм уже прислушивается к нам. Так вот, набор веса зимой – это норма, но она должна помещаться вот в эти очень небольшие границы. А давайте все ж таки поговоримо про сніданок більш детально. Як, в принципі, виглядає здоровий сніданок? Знаєте, чому про це буду говорити, Лариса? Справа в тому, що перед ефіром з Борисом ми говорили про сніданок, і Борис сказав, що каша, вівсяна каша, яка начебто вважається еталоном здорового сніданку, вона є прямий шлях до целюліту для жінок. От така от зараз чиста Борис каша, про, да. Це, про це без нам розкажуть, а ви вже... Плохо. Тут вопрос в чем, смотрите. Каша, она фактически там много крахмала. В овсянке меньше, чем в рисе, но все равно это крахмал. Крахмал быстро переваривается, попадает в кровь. Если мы используем ее, кашу, так как наши славяне это делали, перед физической нагрузкой, да не вопрос, положили, быстро всосались углеводы, не вопрос, сожгли, не вопрос. Если мы едем на работу в маршрутке, в машине, спускаемся в лифте, сидим потом в кабинете, куда мы будем это все тратить? Вот тут возникает проблема. Если же мы съедим овсяночку с каким-то куском мяса или рыбы, белковая пища переварится дольше, создает эффект сытости на дольше. Потому что овсянка через 30-40 минут, через час-полтора, у кого когда, после гипергликемии вызывает гипогликемию. И вот здесь появляется аппетит, хочется опять что-то есть. Или себя тормозишь, психологическая проблема, или опять-таки должен что-то есть. Понимаете, то есть вот тут вопрос в чем? Нужно, вот самая большая беда тех, кто набирают вес, они едят быстрые углеводы. Это быстрые углеводы, раз, и жирная пища. Это два продукта вместе. Овсянку, ну, очень сложно есть на воде. Все-таки хочется туда какого-то масла положить. И вот тут возникает проблема вот, с набором веса. Поэтому, ну, лучший вариант, честно говоря, цельнозерновых круп у нас очень мало, поэтому я стараюсь вот больше на средиземноморскую диету людей сманивать. То есть вот все-таки овощи, фрукты и какой-то кусок мяса. Все-таки клетчатка, которая есть в цельных крупах и в овощах, фруктах, она как стабилизатор для тех белковых токсинов, которые образуются, которые нам нужны, чтобы снизить вес. Понимаете? Вот она великолепно как сорбент работает. И больше того, на клетчатке размножается сапрофитная микрофлора, или условно-патогенная, как там ее обозвать. Вот. Она давит, вырабатывает кислоты, вырабатывает половину суточной дозы витамина группы В, и мы уже не думаем в сторону сахарного диабета второго типа, что у нас обмен углеводов идет активно. Вот. И подавляя своими кислотами патогенных бактерий, дает нам больше из того куска мяса и рыбы, который мы с утра положили, все-таки больше усвоить самим.
Отже, зараз, Лариса, зараз я знаю, є ще сказати, здоровий сніданок від Бориса Скачко. Обязательно. Тобто, це кусок м'яса, риби. Можна біле, можна красне. Якщо є патологія почек і суставів, то красне м'ясо риби ми уберемо. Особенно, если человек пытается снизить вес. Если у него вес стабильный, то есть нормальный, который его удовлетворяет, можно и кусок красного мяса съесть. Вот. И на гарнир, ну хотя банальный винегрет. Или могут быть запеченные, отварные, тушеные, только не сырые овощи, фрукты. У нас не переварится сырая растительная клетчатка. У нас короткий кишечник, у нас всего один желудок, у коровы 4. Не варим мы сырую пищу. Прометей нам помог ее переваривать так проще. Понимаете, больше не жуют люди. То есть они проглотил. То есть это же не то. Вот. Если второй завтрак будет такой же, я вас уверяю, избыточный вес не появится. Потому что не будет вот того аппетита, который возьмет за горло и скажет, все, целый день ходил голодным, теперь вынь да положь мне эти калории. Я собі не уявляю на сніданок шмат м'яса або риби з винегретом, або якимось такий серйозний. Це не те, щоб... Це навіть не вечеря. Завтрак сам, обідом з другом, ужин врагам. Знаю, знаю, але от якось не уявляю. Ларисю, що скажете? Мужской взгляд на самом деле на рацион. И тут я не могу поспорить, потому что да, что тут скажешь, мужчины, они такие ближе к хищникам, им нужно мясо, рыба. Должна сказать, что... И сегодняшним даже мужчинам, которые, к сожалению, уже или к счастью, я не знаю, там не пашут в поле и не выполняют тяжелую физическую нагрузку, все же завтрак, с моей точки зрения, должен быть, да, действительно, с элементами белка. Но белка очень легкого, в виде кисломолочного продукта. А каша вот как раз должна быть обязательно, только правильно, Борис говорит, цельнозерновая. Не те хлопья, на самом деле, которые содержат один крахмал без всякой клетчатки, а именно цельные зерна. И, может быть, в этом смысле овсянка просто сегодня дискредитирована. Хлопья и хлопья. Но в магазине точно так же продается овсяная крупа. Другое дело, что ее нужно сварить с вечера, она долго варится. Но ничего страшного. Або она просто утро запарить будет... ее можно, так, значит? С вечера, да, совершенно. То утром уже быстрее она сварится. И вот в эту кашу, опять же, не добавляя масла, а добавить ягод. Если это лето, то свежих, если зима, то замороженных. И еще какой-нибудь стаканчик йогурта, опять тот же белок. И это и энергия, и белок, и, кстати, микроэлементы, и витамины, и легкая клетчатка. Не сложная, а легкая, потому что ягоды все же содержат очень легкую клетчатку, не как капуста сложную. И вот такой завтрак будет очень энергетичным, он будет долго держать нас практически до обеда и не прибавит никакого лишнего веса. Просто мясо или рыба, если мы будем есть ее с утра, а у нас такой образ жизни, что мы все же в обед прибегнем снова к хорошему обеду, то есть цельному, опять же, это мясо или рыба. А ужин, собирается семья, и снова какой-то белок, это слишком, а образ жизни нас к этому приводит. Но так сложилось. Поэтому, чтобы не было три раза в день сложного белка в виде мяса или рыбы, давай будем каким-нибудь образом его делить и дробить на легкий или более сложный. И поэтому вот такой выход, именно каша цельнозерновая, ягоды и стаканчик йогурта нежирного, ну не ноль, пусть будет мало жирного. В обед это будет овощной суп обязательно. Вот, кстати, этот овощной отвар вместе с овощами просто-таки целебный продукт для нашего организма. В обед мы можем себе позволить еще и салат из сырых овощей. Зимой это, кстати, морковка, сельдерей, капуста, тыква, что угодно. А летом, ну, уже их вообще огромное количество. А вот вечером можно уже какие-нибудь овощи на гриле. Можно, кстати, кусочек белой рыбы вместе с этими овощами. Вот такой образ, рацион, по крайней мере, для женщин. Кстати, мужчины совершенно тоже спокойно его принимают и с удовольствием употребляют. Вот такой рацион не приведет тоже ни к ощущению голода в течение дня, ни к набору веса. Мера. Мера – это главное, это просто ключевое слово. Что бы мы сейчас с доктором не рассказывали, мера. Человек не должен переедать, его желудок должен поместить ровно столько пищи, в какой его объем. А наш желудок, у каждого из нас, имеет свой индивидуальный объем. У двухметрового мужчины этот объем достигает, может быть, даже 1,5 литра. А у женщины, у тоненькой и худенькой, он может достигать всего лишь 400 миллилитров. И тут нужно знать вот эту свою индивидуальную меру. И эта мера позволит перевариться всем продуктам до конечных. Как только мы образуем аминокислоты из белков, очень маленькие коротенькие углеводики из сложных углеводов, кислоты, насыщенные или ненасыщенные из жиров, это тут же всасывается в тонком кишечнике без образования токсинов.
без всяких балластных веществ, которые являются хорошей базой для лишнего веса. Их не будет. Эта база из-под ног лишнего веса и ожирения выбита. Мы едим ровно столько, сколько способны переварить до конечных продуктов. Аби не дискредитувати все ж таки кашу як таку, як корисний продукт, давайте спробуємо пояснити, як її правильно обирати. Адже саме виробники задля того, щоб ці продукти купували, так вони зробили з каші як продукти не те, що це було раніше, дійсно, адже вони стали швидкого приготування, це легко, але люди досі вірять, що це так корисно, як це було до того. Як обирати, як зрозуміти, що ця каша, вона є дійсно корисною, а не псевдо? Посмотреть в учебнике ботаники или в любой энциклопедии, как выглядит зерно гречневое, как выглядит зерно овсяное, кстати, как выглядит рис. А он выглядит в оболочках, а не такой белый и прозрачный, как мы можем купить в магазине. Он такой вот кофейного цвета, оболочки на нем, он неравномерно окрашен. И все другие крупы, будь то ячмень или проса, вот как выглядит это растение, когда из него забрали семя, вот это семя и есть цельнозерновая каша. Оно не должно быть обработано ни химически, ни термически, ни высоким давлением, чтобы из него получились хлопья. Вы встречали такие продукты в наших украинских супермаркетах? Масса. То есть он есть, мы можем его убрать. Конечно. Потребно просто знать, как он выглядит. Дякую. На сніданок чай або кава? Ну, в принципе, и чай, и кофе могут быть. Почему? Потому что все-таки там есть кофеин. Кофеин – стимулятор обмена веществ. Если мы используем небольшую дозу, грамм 50-70, то можем использовать перед едой как аперитив. Но здесь может быть немножко сахара и ни в коем случае не сливки, потому что это уже тогда будет прием пищи. Вот. Или не молоко. То есть можно использовать небольшую дозу как аперитив. После этого все-таки белковый завтрак. Я почему переношу молочные, кисломолочные продукты не на завтрак даю, а на вторую половину дня. Просто максимум выведения кальция с часу, с 10 до часу дня. То есть, когда женщина все-таки пытается сбросить вес, у нее есть намек на остеопороз, потому что это больше синоним к женскому полу. И если мы идем, даем белую рыбу, белое мясо какое-то, перед сном 4-5-6 часов на переваривание. 4 часа переваривается молоко, 5-6 часов белое мясо. То есть, это срок, когда человек после ужина обязан находиться в вертикальном положении. Понимаете, то есть тут, вот я поэтому стараюсь в большей степени ломать, менее демократичен к людям, то есть я стараюсь поменять все-таки более радикально их образ жизни, нагрузил белком первую половину дня, на вечер сделал более таким постным, то есть какие-то творожок, что-то блюдо из творога, из каких-то молочных продуктов, кашки какие-то могут быть, но ну просто так лучше организм переваривает. Почему? Потому что если есть ожирение, действительно, патология суставов, подагра, если человек обильно питается, то подагры, он, скажем так, болеет чаще всего. Вот, поэтому пытаюсь сберечь их суставы. Потому что белковая токсин, белковая пища не переварилась полноценно, возникает проблема. У нас, ну, есть у меня такая система, СССР, туда входят три буквы С, это разные виды питания. Вот. У нас люди, к сожалению, особенно мужчины, обычные, там резко не может включить буквы С, что белковой пищи. То есть возникает проблема. В этом плане. У них тут все питание должно быть, ну, немного стараюсь поменять. Кофе очень хорошо, но нужно смотреть за запасом. Если большое ожирение, человека в покое уже стоит. Почему физический нагрузки? Какой тренажерный зал? Ну, кто не пьет. Дополнительных мужиков,
самый длинный метрополитен. Это 5 грамм ткани и все. Ви сказали, що каву краще пити без молока. Ми знаємо, деякі жінки п'ють каву з молоком, адже ми знаємо, що за допомогою, якщо каву пити без молока, то вимивається кальцій з організму жіночого. Звісно, там щавелева кислота є. Безусловно, і в чаї, і в кофі є щавелева кислота. При контакті з кальцієм образується нерозтворимий в воді оксалат кальція. И в лучшем случае, если с молоком, он идет по кишечнику, просто щавелевая кислота не попадает в организм. Если без молока, она попала в кровь, там кальций есть всегда, и в виде оксалатов кальция в почках, либо просто потеряли с мочой. Ну, в виде сезонного обострения солевого диатеза. Там циститик обострился у женщины на этом деле, и все. Угу. А в свій час засоби масової інформації достатньо добре попрацювали з зеленим чаєм. І таким чином пояснили, що це панацея від будь-яких хвороб, і це продукт номер один, але забули сказати, що зелений чай зранку – це отрута. Я перепрошую. Що ж там такого є у зеленого чаю, чого його не можна пити зранку, так? І дехто пропонує замінити каву зеленим чаєм. Если тонизирующий эффект рассматривать, то, безусловно, зеленый чай, как бы мы, там, может быть, не мы уже, а средства массовой информации к нему ласково не относились и нежно, он содержит кофеина в себе достаточное количество, и нужно воспринимать его как серьезный сосудосуживающий продукт. И это первое его, может быть, негативная функция, может быть, позитивная, если мы с целью тонизации его принимаем. Содержит чай еще очень серьезное дубильное вещество танин. И это вещество, кстати, оно действительно обволакивает слизистую желудка. Кстати, если это будет с зеленым чаем вместе хороший завтрак, вот как Борис предлагает, с белком, то, к сожалению, слизистая оболочка не даст того количества желудочного сока, который требуется именно на переваривание этого белка. Сказать, что зеленый чай утром яд, это, конечно, преувеличение, но нежелательно его пить на голодный желудок, это уж точно. Равно, кстати, как и черный. Попробовали люди, вот если бы кто-то попробовал абсолютно на голодный желудок с утра выпить крепкого чая, человек бы все сразу понял. Тошнота, головокружение, холодный пот, парасимпатическая система вслед за возбуждением симпатической, это может быть сложные слова, но вот вслед за спазмом сосудом идет резкое расслабление, просто таки падение тонуса, паралич сосудов, и человек после вот резкого, вроде ему легче, вроде он проснулся, а тут силы падают, дрожь в ногах, липкий пот, вот что мы получаем, если мы пьем, будь то зеленый, будь то черный крепкий чай натощак. Поэтому не следует этого делать, дабы не иметь вот таких последствий. Ну, а что касается зеленого чая как антиоксиданта, то и эти свойства его несколько преувеличены. Ну, я, например, говорю, что вместо зеленого чая, где действительно много антиоксидантов, это все правда, но отвар смородины, малины или калины являются, обладают антиоксидантными действиями в 3, а то в 10 раз больше, чем зеленый чай. Другой вопрос, что может это не так модно, и вот тут оно у нас все под руками, но и тем более давайте будем пользоваться. И гораздо полезнее все же такой отвар пить, он прекрасно тонизирует огромное количество витамина С. Мало того, совершенно природная в большом количестве ацетилсалициловая кислота, но не в виде кислоты, а в связанном состоянии. Но кровь становится легкой, текучей. Мало того, что мы получили антиоксиданты, мы выпили полезный горячий напиток, мы получили противовоспалительное действие с утра, так мы же еще и разжижаем свою кровь, чтобы она легко в течение дня вот по этим километрам сосудов следовала. Так что это прекрасная альтернатива. Зеленый чай – хороший напиток, но у нас есть гораздо лучше и в большом количестве. Борисе, чи можемо ми так неконтрольовано пити чай? От пригадуєте, на одній з програм, які ми з вами робили разом, ви говорили про те, що такі води, як там боржомі, набіглаві, це не є просто мінеральна вода, яку можна пити кожного дня в необмежених кількостях. Якщо вона продається в магазині, вона, в принципі, повинна продаватися все ж таки в аптечній мережі і лише.
На сьогодні вона коштує набагато дорожче, ніж інша вода, і люди чомусь вирішили, що вона є корисною, і абсолютно неконтрольовано протягом дня її вживають. Мені здається, що ситуація з зеленим або чорним чаєм, вона така сама, адже деякі журналісти, не зрозумівши дійсно тематики, вони її так розрекламували, людина не зрозуміла, і от потім виявляються певні хвороби, тому що у кожного є свої хронічні захворювання, так, і воно все може відбуватися достатньо критично. Ну, ви знаєте, з чаєм, з мінеральними водами, це однозначно. Чому? Обилие солей, які там є, вони можуть діяти положительно при прийомі 2-3-4 тижні, далі ефект буде різко падати. И это подтверждается теми людьми, которые живут на этих курортах, и они здоровьем явно не пышут. Потому что у нас складывается как? Приехал на 3 недели, я оздоровился, как же здорово тут. А тут обилие солей блокирует работу почек, выделительная система работает плохо, и пищеварительная тоже не улучшается. С чаем тут немножечко попроще, в каком плане? Дело в том, что дубильные вещества получаются в чае при термообработке. Зеленый чай содержит массу биофлавоноидов. Биофлавоноиды, они обладают мягким вяжущим действием, но обратимым. Черный чай, который при конденсировании этих флавоноидов образуются дубильные вещества, жесткие танины. Uh-huh. Вот они дубят слизистую. И индусы нашли противоядие. Они дубильным веществам отдают белок молока. Образуются танаты альбуминатов, и дубильные вещества спокойно, добросовестно проходят пищеварительную систему, не затронув ее. И по большому счету это безопасно. Кофеин же, он, раздражая слизистую, он усиливает приток крови к слизистой желудка. И великолепно усиливает здесь пищеварение. Вот та тошнота может быть связана с тем, что он еще и желчегонный. А желчь, когда попадает в кишечник, если давление в желудке слабое, она шла сюда, вызвала тошноту. Тут и эрозии можно наиграть, и язвы. Вот. Вопрос в чем? Двуфазность действия связана с биофлавоноидами. Они вначале действительно спазм сосуда вызывают, а потом расширение. Тут важно, что на вот этот эффект раздражения чая, который по желудку идет, никуда от него не денешься, не давать большой интервал времени, используя чай как аперитив. Тогда мы раздразнили желудок и бросили туда еду, чтобы она переваривалась. Тогда нормально, тогда система работает. Но там же не только кофеин. Там еще теофилин, теобрамин, там алкалоиды, которые расширяют почечные сосуды, расширяют сосуды бронхов, улучшают мозговое кровообращение. То есть организм, в принципе, чай действительно бодрит хорошо. Но единственное, что нужно, эту бодрость использовать, потому что взбодрить, взбодрили, а накормить. Понимаете, вот если накормить забыли, вот тут плохо. Потому что за ночь организм уже все, что мог, переварил. Он пустой, ему нужна энергия. Все-таки наши предки, завтрак сам, вот тут нужно подбрасывать. Вот, поэтому тут вопрос в чем? А вот, ну, честно говоря, поколение, я очень большой ее противник. Почему? Витамин К, который там есть, он гепатопротектор, он стимулирует функцию печени по выработке белков. А аспирин, он действует в ту же точку, только строго наоборот. Нарушает работу печени и возникает, ну, мягко выражаясь, вот такое двухфазное действие. По отношению к почкам, почему может быть тонус от этих веществ? Потому что аспирин, он расширяет выносящую артериолу, он снижает давление эффективное в почке. Почка перестает фильтровать жидкость, перестает образовывать мочу, и избыток жидкости в крови он как бы тонизирует. Потому что да, вода осталась, объем сосудистого русла увеличился, но это не совсем тот путь, который требуется. Потому что почка, ну, второй помощный фильтр после печени. И ей нужна жидкость, поэтому все патагонные, особенно вот, ну сейчас сезон у нас такой, у нас еще заканчивается сезон гриппа, то есть все патагонные, они противопоказаны при гриппе, при повышении температуры, потому что основной путь удаления токсинов при гриппе, мы пьем все-таки воду в разных видах, соками, компотами, там, с домашним вареньем, угу. Нам нужно обеспечить выделительную способность почек. Только мы приняли аспирин в любом виде, расширились сосуды почек, давление в почках упало эффективное, почка перестала фильтровать кровь, появился избыток жидкости. И вот тут жидкость уходит через кожу в виде патагонного эффекта, снижая температуру и выработку интерферона. Поэтому вот этот механизм, он крутится, и ну, я бы воспалительные процессы с ними боролся выведением токсинов. Потому что раздражение вызывается воспалительный процесс одним путем. Есть токсин, есть какой-то патогенный фактор, который ударил по мембране клетки, она не выдержала, появились продукты перекисного окисления липидов, и по принципу домино полетели другие клетки, развился очаг воспаления. То есть для того, чтобы токсин не бил, должны два фильтра работать. Вот. Печень, почки работают, печень работает на еде, почка работает на правильном потреблении жидкости. Тогда организм чистый, тогда все отлично. Вот. А с гриппом тут очень сложная тема. Сейчас аспирин, я
когда слышу слово калина и лечение, или малина, и лечение вот, простудных заболеваний, ну, это то же самое вещество, что мы возьмем аспирин из таблетки, что здесь, ну, когда начинался свиной грипп, при гриппе это путевка на тот свет. Через осложнение, потому что выделительная способность основной системы при гриппе падает. Токсинов полно, и токсические осложнения тут же появляются. Поэтому тут, а мы видим как? Мы видим внешний эффект. Выпили, пот появился, о, усилили, мы выключили основную, организм включил дублера. И больше того, снизился иммунитет. Поэтому тут, ну, поспорили не совсем мы. Хорошо. Да, то есть калина — это классная ягода, на нее хорошо весной смотреть, она избавляет от депрессии. Смотрим на красный цвет, немножко возбуждает. Отже, Борис і Лариса, ми з вами заговорилися, забули про наших глядачів. Вони теж хочуть з вами поспілкуватися. Давайте їх будемо слухати. Перепрошую, не дочекалися. Так, телефонуйте ще раз. Ви знаєте, в Україні для жінок існує лише три свята. 8 березня, Новий рік і День народження. Тобто це ті свята, коли жінка повинна виглядати на всі 120%. І навіть вона забуває про все, про своє здоров'я, про те, наскільки це може бути небезпечним. Вона готова витратити будь-які кошти, аби вдягнути все ж таки те, що вона запланувала декілька місяців назад. Вона не думала про це всі ці місяці, вона їла, що хотіла, вона не займалася спортом, вона не досипала, так і працювала, в принципі, як чоловік. І от за тиждень до цього свята ми починаємо, я перепрошую, просто вбивати себе. Дорогі пігулки, якісь дієти, які обіцяють нам мінус 20 кіло там, за 10 днів. Як пояснити, що це не те, що цього робити не можна, а що відчуває наш організм внутрішньо, що там відбувається? Чудес не буває. Збросить 20 кілограм, употребляя таблетки, не меняя образ жизни и питания, невозможно. Или возможно, но за счет собственного здоровья. Чем-то мы должны заплатить. Если человек меняет свой образ жизни, он меняет это надолго, или питание. Это не может быть на один день. Хотя один день тоже хорошо. Каждая хорошая привычка начинается с первого шага. В любом случае, какие-то кардинальные меры принимать быстро не следует только лишь потому, что наш организм не терпит над собой насилия. Организм – это достаточно сбалансированная и гармоничная система, и все в нем налажено, к сожалению, в соответствии с образом питания и жизни. Вот если человек так привык, для него это сегодня уже норма. Другое дело, если он хочет другой, иного состояния, иного вида внешнего, то нужно на новую грань или на новую ступеньку переходить тоже постепенно. О чем я сейчас говорю? Нельзя приниматься, браться за диеты, рассчитывая, что эта диета сделает что-то кардинально. Эта диета может быть только первым шагом или толчком. Да, можно начинать с диеты, это будет тот первый шаг. Мы похудеем, мы, может быть, сбросим лишний вес, но не так уж кардинально, как обещают диеты, или мы рассчитываем, а дальше мы переходим на совершенно другой образ питания, который поддержит вот этот вновь приобретенный обмен веществ, уровень его, порции, вид питания, то есть это же будет другое уже совершенно. Если мы до этого имели лишний вес, мы делали точно что-то не так. Наш организм лишний вес набирать не будет, если его поставить в приятные для него условия. Конечно, если мы кушали булочки, намазывая их маслом или джемом, а еще пили, ели мороженое и запивали это сладкими газированными напитками, то организм наберет вес. Он сопротивляется и показывает: не хочу. Если же мы переходим на здоровое питание, овощи, цельнозерновые каши, легкий белок, кисломолочные продукты, организм это принимает, вес теряет, но на таком уровне его нужно оставить, потому что каждая следующая порция мороженого или сладкого газированного напитка, организм вспомнит, что да, снова нужно сопротивляться набором веса. Шаг первый может быть в виде каких-то диет или ограничений в рационе, он может быть коротким, как вот
первый вздох, а дальше нужно дышать снова спокойно, нужно переходить на новый образ питания или жизни. И никакие таблеточки нам не помогут, тут уж даже начинать не нужно. Все таблетки, которые сегодня направлены на снижение веса, это мочегонные, слабительные или психотропные. Другого не дано. Нет таблеток, которые выключают обмен веществ или его включают. Таких не существует. Жидкость выводить из организма – это терять молодость клетки, потому что чем полнее клеточка водой, тем она моложе. Мы забираем у клетки жидкость, она стареет. Таким путем хочешь похудеть? Никто не согласится. Слабительные вещества не дают всасываться в кишечнике полезным веществам, которые нам сохранят надолго молодость и здоровье. Ведь нам же умирать не через не две недели, когда закончится 8 марта, а еще долго жить, поэтому беречь нужно здоровье ежедневно. А слабительные вещества не дадут питательным веществам всасаться в кишечнике. Они их будут выводить, мало того, они будут выводить даже то, что есть уже в клеточке, вот насильно выводить. А психотропные вещества, это всем известно, это те же наркотики, называются только по-другому, те, которые затормаживают центр голода или насыщения, да, это вещества, которые мягко успокаивают, то есть отбивают чувство голода. Что это такое? Пока ты их принимаешь, они работают, ты от них отказываешься, либо ты без них уже жить не можешь, либо ты снова набираешь вес только с лихвой. Организм запомнил, меня лишали, я был в ограничениях, мне нужно набрать больше, чтобы если снова этому хозяину придет в голову принимать такие психотропные таблеточки, было что расходовать. Поэтому это путь в никуда, это такой своего рода вид наркомании. Ничего такого, чтобы нам быстро помогло и легко было для нас за 2-3 дня. Не существує. І знову ж таки, 278-5351, телефон прямого ефіру. Якщо ви ще з нами, будь ласка, можете задавати своє запитання. Алло. Алло. Слухаємо вас. Не дочекалися наші глядачі, але я не можу вас переривати, тому що дуже корисна і цікава потрібна нам інформація. Борисе, ваша думка з приводу дієт, так? Чи може деякі люди, вони ставляться до дієти як до способу життя? Чому вони не розуміють, що дієта – це певний час, так? Вона може бути корисною, вона може вбивати, як ми говорили на передодніх програмах з вами. Тобто є певні дієти, вони настільки жорсткі, вони дають ефект, але люди користуються цими дієтами більше місяці. Це місяці відбувається, так? Є результат, є ця худоба, я можу вам навіть так сказати, але потім це реанімація, я перепрошую. Ну, по большому счету, да. Дело в тому, що, розумієте, організм сопротивляться буде любим способом, але поки у нього залишаються сили. Коли у нього сили закінчились, він, уви, хочеш, на, получай. Понимаете, поэтому так нельзя. Если диета – это правильное питание, то, пожалуйста, на всю жизнь. Немножко отрегулировав по сезону, там, по возрасту там, подрегулировав, и все. По большому счету, тогда будет правильно. Потому что вот все вот эти быстрые, действительно, ну, что такое килограмм жира? Это 9000 килокалорий. Это, ну, скажем так, ну, труд лесоруба, да еще и почти круглосуточный. Кто себе может это позволить, чтобы сжигать такие количества? То есть, если человек теряет по килограмму в день, то только вода. По-другому нельзя. То есть жир в день, ну, можно потерять так безопасно грамм 100. Может быть, 150. Все, больше нельзя. Это если уже человек слишком уж большой. Вот. Все остальное, это все, более значительные потери, это только вода. Понимаете? Поэтому тут ну, чудес действительно не будет. Ну, разве что тут мы обсуждаем диетологию, питание. Есть, конечно, хирургические способы лечения. То, кому надо, там пожалуйста. Там можно и больше. Ну, скажем так, есть в животе два сальника, большой и малый. То есть можно за одну операцию потерять килограмм 20-30. Но один раз в жизни больше не получишь. Вот. Но это не просто так. Это, в принципе, их называют добрые собаки брюшной полости. Если, не дай бог, там какой-то воспалительный процесс, сальник припаялся и прикрыл. Даст возможность тебе успеть добежать до хирурга без перитонита. Если сальника нет, вот тут уже любая боль в животе и сиди, чеши репу. Вот. Хірургія остра, або просто там десь хтось не справився з пищеварением. Зараз ми з вами продовжимо говорити про тренування. І ще раз я хочу все ж таки прийняти цей телефонний дзвінок, який у нас є. Вітаємо вас. Алло. Алло. Добрий вечір. Алло. Будь ласка, ми вас слухаємо. Добрий вечір. Ви добрий. Мене слышите? Так, так, дуже добре. Так, ми слухаємо вас. Будь ласка, задавайте своє запитання.
Алло, будьте любезны, у меня такой вопрос, вот господину Скачко. Если я правильно поняла, аспирин плохо влияет на деятельность почек. Конечно. Почему же тогда нам в разных медицинских передачах советуют обязательно ежедневно принимать аспирин кардио? Ну, понимаете, тут проблема нашей медицины, у нас семейных докторов маловато, а есть врачи узких специальностей. И когда кардиолог назначает аспирин кардио, он рассчитывает на то, что уменьшится вязкость крови и нагрузка на сердечно-сосудистую систему. Его не интересуют почки, его не интересует печень, потому что это в соседнем кабинете, может быть, на другом этаже. Понимаете, то есть у нас, к сожалению, врач лечит не системно, а лечит только свою группу заболеваний. Вот когда будет семейный доктор, он будет понимать, что да, он тут назначил, получил этот эффект, а там появились побочные действия. Он будет думать, нужно ли ему потом бороться с побочными действиями или не стоит. Поэтому ну, мы к этому идем, медицина наша перестраивается, то есть надеюсь, что скоро будет немножко по-другому. Потому что на Западе, скажем так, там есть семейный врач, который ведет пациента, есть консультанты, если он где-то не справляется, узкие специалисты помогают ему, подсказывают, вот здесь вот так, вот так, вот так. Но дальше врач ломает свою голову, как вот эти рекомендации претворить в жизнь с успехом для пациента. Понимаете, а так, ну, каждый человек, то есть это, ну, скажем так, проблема медицины, когда, ну, фактически человека разобрали так на запчасти, на отдельные кабинеты, и вот тут возникает, то есть никто ни за что не отвечает. То есть я себе назначил, я тебе сказал, вот, смотри, вот ты принял, тебе сердце легче, да, все, иди гуляй. Все остальное лечи у другого, это его проблема, это его головная боль. У нас есть еще одно запитание от нашего глядача, давайте будем слушать. Витаємо вас. Алло, вітаємо вас. Алло. Будь ласка. Добрий вечір. Добрий. Подскажите, пожалуйста, как вы относитесь к биологически активным добавкам? Вот я бы хотела задать врачам вопрос. Угу, зрозуміло, дякуємо. Ви знаєте, Ларисо, я хочу вам сказати, що в тематиці нашій сьогоднішній теж є біологічно активні добавки, які дозволяють організму схуднути. Що скажете? Ну вот опять, назначение. Какая цель этих биологически активных добавок? На самом деле разрушили совершенно хорошее название. Биологически активная добавка к пище – это хорошо на самом деле. Мы можем даже растительное масло, которое мы добавляем в салат, назвать биологически активной добавкой. Это полиненасыщенные жирные кислоты. Ну чем не добавка? Это чистое здоровье. Биологически активные добавки, которые неизвестно из чего состоят. Что-то запаковано в капсуле или спрессовано в таблетку – или насыпан порошок, который обещает, что ты будешь здоров через месяц и все болезни уйдут, что ты похудеешь на 10 килограмм за этот же месяц или за одну неделю, или что у тебя пройдут какие-то такие сложные заболевания, ну, например, как, я не знаю, там, онкологическая патология, псориаз. Нельзя этому верить. Вот поэтому нужно очень осторожно относиться к биологически активной добавке. Если ты знаешь, что это такое, если это определенная трава, например, что является тоже биологически активной добавкой, и доктор твой тебе говорит, да, тебе будет полезно попринимать, это прекрасное средство, и оно будет на пользу тебе. Але як додаток. Совершенно верно, как добавление, безусловно. А не як основні ліки, так? Безусловно. И если ты сам себе эту биологически активную добавку назначил, или тебе посоветовали соседи, или реклама по телевизору, категорически не прибегать к этому. Это может привести к необратимым последствиям. Это приводит, и уже есть очень много таких случаев. История со дня вот возникновения этих биологических добавок имеет целое кладбище, потому что люди, принимая вот так вот абсолютно нерационально и необоснованно, порою просто погибали. Дякую. Отже, знову ж таки, ми повинні розуміти, якщо навіть цей БАД продається в аптеці, то він не є ліками, це не означає. І, в принципі, ми, українці, повинні, не те, щоб не повинні довіряти аптекам, ми повинні довіряти аптекам, але розуміти, що там продаються на сьогоднішній день не лише ліки. Навіть ті батончики, які на сьогоднішній день продаються, не те, щоб в рекламних цілях, але вони достатньо привлекательні. Так, так. І діти, матуся може купувати. Я вам хочу сказати, я стояла в черзі, я перевертаю цей батончик. З іншої сторони, я бачу таку кількість є, що я розумію, тут немає нічого спільного з цією аптекою. Чому це продається? Я розумію, аптекам потрібно просто заробляти кошти, але ми не можемо
можемо так довіряти, як це було при Радянському Союзі, адже якість була іншою, так і контроль був іншим, правда ж? Да, і грамотний фармацевт ніколи не скаже: «Візьміть це лікарство». Он скажет, может быть, доктор вам назначил это лекарство, посоветуйтесь с доктором, может быть, вот это подойдет на замену, если чего-то нет. Но ни в коем случае не покупать самостоятельно, не слушать советов и ни в коем случае не вестись на поводу, если продукт в аптеке, значит, это лекарство, ни в коем случае. И у нас есть еще одно запитание, мабуть, останнє вже на сьогодні. 278-5351, будь ласка, ви вже в ефірі. Алло? Я вас вітаю. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. Так. Скажите, пожалуйста, приближается Великий пост. Как вы считаете, это благо для человеческого организма отказывать в мясе, молочных продуктов, или это вредно на определенный период? Угу, ми вас зрозуміли, дякуємо вам. Ви знаєте, це неймовірно важливе запитання із різноманітних аспектів. І те, про що нам говорила щойно глядачка. Я хочу вам сказати про інших людей, які, коли наближається піст, вони не те, щоб рекламують себе, що я пощу там, так? Але це настільки, мені здається, внутрішній стан повинен бути, що розповідати всім, що я зараз пущуся, ну, мабуть, не зовсім. Ну, ви знаєте, пости зародились тоді, коли у нас фактично врачі були недоступні більшості людей. І священник виконував роль і отця духовного, і тілесного. Поэтому он должен был давать какие-то рекомендации. Но это было, ну, скажем, еще несколько сотен лет назад. Сейчас у нас врачи доступны, и можно у врача более целенаправленно подобрать диету под свой собственный организм. Потому что многие отождествляют пост с диетой. Вот я сейчас посижу, там 40 дней отсижу на посту, все, и все болезни от меня денутся. Вопрос в чем? Когда человек с одного привычного рациона питания резко переходит на другой, за это время пищеварительная система изменяется. И потом возврат на тот рацион, к которому он привык, всю жизнь привыкал, вот тут уже плохо. Человек может не разучить свою пищеварительную систему, переварить разнообразную пищу. Потому что здоровье лежит не в ограниченном количестве продуктов, а как раз наоборот в разнообразии. Если пищеварительная система способна переварить, ну, все, что человек, ну, из натуральных продуктов имеется в виду, видит, может себе позволить, великолепно. Только он какие-то продукты уже пищеварительной системы не может переварить, возникает плохо, появляется. Потому что он не может шведский стол своему организму дать. Поэтому пост, он, я советую в этом году 365 дней вот здесь, постоянно, круглосуточно. Знаете, один сказал, митрополит наш Владимир сказал, не ешьте друг друга и после поста, и между постами тоже. А вот здесь вот все-таки диетологи, они более знают, как под те болезни, которые есть, подобрать правильное питание. А я хочу вам сказать, что в принципе это очень интересная тематика, и есть сенс еще раз зібратися и поговорить саме на эту тему, так? Отже, Лариса Бойченко и Борис Качко в нашей студии сегодня говорили про ожирение. Это была программа 36.6. До встречи и бувайте здоровы!